сегодняшний день. Валера, ты где? Конференции сегодняшнего вечера. Браво! Валерий Валерьевич, там, конечно, не по-дружески. Во-первых, я меркну на твоем фоне. Теперь вся уважаемая аудитория будет смотреть только на тебя. Ну, я буду между песнями уходить, между ними выходить. Так что ты не успеешь поверхнуть. Что тебя сподвигло на такой наряд? А у нас же сегодня праздник. Как вот, это экзамен? Экзамен для меня всегда праздник, профессор. Да, вот поэтому я решил, что мы должны, так сказать, достойно проводить нашу юбилейную программу. И чтобы тебя вот таким запомнили. Чтобы запомнили, запомните меня таким. Вот таким. Друзья, вас сегодня ждет весь марафон. Если кто-то устанет или почувствует, что очень жарко или просто надоест, уходите. Нет! Не напишусь, ей-богу. Нет! Если мы все выдержим, вот, главное, чтобы все были живы, здоровы и в хорошем настроении. Ну а что? Вы сегодня исполните песни, которые мы совсем недавно слышали. Кто были в нашествии? А такие были, да? Кто был в нашествии? Вау! Это добрая половина зала. Вот, и те песни, которые вы давно не слышали. Даже я их давно не слышала. В общем, сегодня поем, наслаждаемся, дышим свежим воздухом и еще сильнее влюбляемся в родной Питер. Поехали!